Всем привет! И сегодня мы будем делать... О, Света, привет! Ой, привет, Стивен! Что ты делаешь? Я сегодня буду делать слайм. Слайм? Это что-то съедобное? Нет, это такая тянучка, с которой можно надолго играться. Здорово! А можно я с тобой буду делать этот слайм? Конечно, присоединяйся. Ну и что же нужно, чтобы его сделать? А это самое интересное, смотри внимательно. Раз, два, три! Вау! Да ты просто волшебница! Столько всего появилось! Из чего же нам надо начать? Берем клей, открываем. Так. Наливаем. Ух ты! Он такой прозрачный! И красивый. Угу. Открываем второй клей. Вау, какие пузырьки красивые. Берем третий клей. Заливаем. Ну ты прям силач. Так, ну а дальше что? А дальше мы добавляем пену для бритья. Ты что, бриться собралась? Нет. Нам понадобится пена для того, чтобы слайм был более воздушным. О, понятно. Добавляем. Какая красота! Да, очень красиво. Перемешиваем. Вау, как красиво. Очень красиво. Ага. Вау, он уже сгущается. Похоже на взбитые сливки, так и хочется их съесть. Есть его точно нельзя будет. Теперь добавляем загустителя. Попробуем добавить капельку. О, всего капельку. Попробуем перемешать. Мешаем. Попробуем еще добавить чуть-чуть. Я же говорил, что будет мало. Он столько. Вау, она уже начинает густеть. Ага. Получается? Да, получается. Теперь надо его хорошенько помешать в руках. Мешай, мешай, давай. Вот, уже получается чуть-чуть. Но, по-моему, ты испачкала все руки. Угу. Берем еще. О, какой приятный. Ой, как хрустит. Согласна, очень клевая штучка получается. Давайте собираем еще с тарелки. Так, пока что убираем тарелку. Так, вроде слайм классный. Ай, только пока что липковат. Надо все хорошо потом очистить. Теперь давайте попробуем добавить зубной пасты. Мне кажется, столько хватит. И перемешиваем. Ой, как хрустит! Угу. Какой он у тебя красивый получился! Да, я согласна. А что это у тебя такое в тарелочке лежит? Это пенопластовые шарики. А зачем они нужны? Чтобы слайм был красивым. Ну давай скорее их добавим. Давай. Ух ты! Какая красота! Так и хочется его съесть. Ну, есть ты точно его не будешь.
Вау, как он классный! Очень красиво! Можно сюда еще добавить блесток. Так, возьмем-ка мы серебряные блестки. Откроем. Вау, как красиво! Добавляем. Теперь перемешиваем. Вау, какой классный! Света, а давай во второй слайм добавим мой ингредиент. Какой ингредиент? Сейчас я тебе принесу. Вот, держи. Что это? Это разноцветные глазки. Давай попробуем добавить. Так, теперь надо его хорошенько перемешать. А давайте теперь сюда добавим такие необычные блестки в тюбике. Открываем. Какая красота! Ага, красиво. Так, перемешиваем. Вау, необычно. Правда, Стивен? Правда, правда. У тебя очень здорово получилось. А ты можешь из него сделать пузырик? Ну, давай попробуем. Растягиваем. И делаем. Вау, какой он большой и красивый. А давай лопнем его? Давай. Ту-дыщ! А теперь попробуем сделать из этого пузырь. А, точно! Давай! Растянем. Вау, какой он огромный! Да, сейчас попробую под него руку засунуть. Вау! Ух ты! Ага, а давайте попробуем сделать розочку. Делаем розочку. Ну, что-то на розочку пока не очень похоже. Так, и теперь сама розочка. Вау, какая она красивая. Ага, а сейчас как будет? Ну вот, все испортила. Света, а ты меня научишь еще чему-нибудь? Конечно, но это будет Стивен. В следующем ролике. Стивен, ты где? Ну ладно, Света, пока. Я к тебе еще обязательно зайду. Пока, Стивен. Ну и с вами, ребята, я тоже буду прощаться. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Всем удачи и пока-пока.